Семейная пара из штата Техас прогуливалась по зимнему лесу, когда заметили коробку, из которой доносился слабый писк. Открыв коробку, пара увидела крошечных, явно изможденных холодом и голодом щенков. Коробка была надежно запечатана, а сбоку была нацарапана инструкция по применению «пристрелить». Сложно представить человека, который мог так поступить с шести ни в чем не повинными щенками. Но, видимо, кто-то там наверху твердо решил, что малыши должны жить, и послал им этих чудесных людей. Женщина сразу позвонила своей тете, которая затем связалась с Карен, волонтером проекта Underdog Project из Далиса, которая оказывает брошенным собакам медицинскую помощь у себя дома. На следующий день после Рождества Карен приехала в городок Девери, штат Техас, чтобы встретить тетю и взять у нее щенков. Карен узнала, что муж девушки, которая обнаружила щенков, заядлый охотник. Он мог спокойно последовать инструкции и пристрелить бедняк, но у Карен было время, чтобы вылечить их и убедить мужчину не убивать малышей. Первичный осмотр показал, что малышам было около месяца, они страдали от недоедания, а также других болезней и травм. У одного малыша был инфицирован укус на мордочке, а у другого очень сильно поврежден хвост от укусов. Ветеринары сказали то, что эти травмы были получены, скорее всего, во время неудачной игры бедняк. Сейчас щенки полностью здоровы и полны сил. Карен хотела бы оставить всех малышей у себя, но понимает, что тогда не сможет оказывать помощь другим нуждающимся собакам. Девушка уверена, что этим красавцам обязательно повезет, и они найдут себе добрые руки. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.